когда мы были еще в театре, то у нас возникла такая идея, что в рамках первого международного театрального фестиваля форума «Сверкающие грани театра» по программе «Артист» провести такую акцию в городе Новороссийске. Так как мы показываем спектакль «Посадить дерево», и в конце там все-таки дерево не садится, так как оно оказывается неживым, то мы привезли с собой из Сибири несколько веточек яблоньки молодой. И вот сегодня вместе со зрителем после окончания спектакля, с генеральным продюсером, с актерами, мы посадили эти маленькие кустики яблонь в парке возле Новороссийского театра, городского театра. Надеемся, что наша яблонька станет доброй очень такой традицией, в парке прибавится больше цветущих деревьев. Ну вот мы даже табличку поставили, что в рамках международного фестиваля «Сверкающие грани театра».